Административно-пассажирская инспекция. Путевочку и терминал, пожалуйста, на проверку. Административно-пассажирская инспекция. Карты на проверку приготовим. Предупреждаю, идется видеофиксация. Осуществляется мониторинг маршрутов 1226 и 916 с целью выявления безбилетного проезда и нарушения водителями. Соответственно, это наличный расчет пассажирами, если он денежные средства берет, и переводы. Сегодня было проверено два маршрута автобусных. На этих двух маршрутах проверено 8 автобусов малого класса, порядка 50 пассажиров. По результатам проверки нарушений сегодня не выявлено. Будем чаще проводить данные акции, особенно в часы пик. Безопасность пассажиров на первом месте.